Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. И вот так выглядит режим AOT или экран всегда включен на циферблате для смарт-часов Galaxy Watch 5 всех моделей, Galaxy Watch 4 и часов на Wear OS с круглым экраном. Данный циферблат от Романа Павлова. Естественно, будут раздаваться купоны всем тем, кто первым напишет комментарий к этому видосу, поставит лайк соответственно. Ну и, естественно, он должен быть подписан на мой канал. Что мы с вами видим? Ну, во-первых, это виджет вверху. У меня виджет захода-восхода солнца. Дальше у нас измерение пульса. Здесь заряд батареечки, число месяца, день недели, счетчик шагов, цифровое время в 24-часовом формате. Естественно, если у вас будет настроен 12-часовой формат времени на вашем смартфоне, он и здесь будет отражаться в 12-часовом времени. И иконка, которая у меня показывает 24 часа, у вас будет показывать день или ночь. Также мы с вами видим фаза Луны. Не помню, говорил, не говорил. И вот это вот интересная точечка. Ну а вот так, дорогие друзья, наш циферблат выглядит воочию. Показываю вам максимально близко, насколько могу. Картинка и прорисовочки сделаны просто шикарно, как всегда у Романа Павлова. Так, что у нас есть? Таб-зона есть вот здесь, на измерении пульса нажали, и, как вы видели, сейчас загорается красное сердечко, это говорит о том, что началось измерение пульса. Далее мы с вами видим, что здесь картинка меняется. Сейчас показывает шаги, а теперь показывает, сколько я прошел в километрах. Естественно, если у вас настроено в милях, на вашем смартфоне отображать будет в милях. Про время я уже говорил вам, и здесь еще у нас есть секунды, как вы видите. Вот эта вот точечка, аксессуарчик, нажали, здесь таб-зона. Вам нужно будет ее выбрать, как, допустим, выбирается она вот здесь. Но об этом мы поговорим в настроечках. Все, здесь более у нас из того, что уже я сказал, ничего нет. Теперь поехали по настроечкам. Когда вы скачаете данный циферблат, он у вас выглядит будет немножко по-другому, не так, как у меня сейчас. Здесь мы первое с вами, Digital написано, Digital, смотрим, что же за Digital это такой. А это измерение цифрового времени, именно цвета, цвета. Такие с гарниером, да, есть. Ну, прикольно выглядит. Где-то желтенький был. Вот это вообще мне просто нравится. Шикарно. Поехали дальше. Следующий. Дата. Меняет цвет даты, как вы видите. Сделаю-ка я ее тоже желтоватого цвета. А где-то был желтенький-то такой, а? Во! Поехали дальше. Дальше мы с вами смотрим индексы. Индексы. Изменения цвета индексов. Сделаю тоже желтоватый. Цветов там достаточное количество. Поехали у нас. Сенсор. Обратите внимание на... Во, желтенький, видите, вот меняется. И форма меняется, да? Не форма, а просто цвет меняется от начала, в конец уходит и так далее, и тому подобное. Вот здесь он вообще сейчас уберется, обратите внимание. Раз. Или вот так его нет совсем. А так вот появляются прорисовочки. Я сделал прорисовочку желтенькую в цвет всего циферблата, и мы с вами поехали дальше. Дальше у нас цвет окошечка вот этого вот кружка, да, самого, где у нас с вами счетчик шагов и пройденное расстояние. Находим цвет нас удовлетворяющий, я нашел желтенький, и поехали. А вот здесь пошли как раз-таки изменения. Во-первых, у нас есть виджет, который мы с вами можем поменять. Я, естественно, дату и погоду сделаю. Это как-то поудобнее. Ну, а здесь поехали уже на ваш выбор, что вы хотите. Последнее приложение, кстати, хорошая настроечка, которая помогает нам сбрасывать кэш. Поехали дальше. Нажали здесь, и мы можем, ну, допустим, активность посмотреть. И последнюю сбоку таб-зону сделаем-ка, чем мы сделаем-то. А, кислород измерения. Нажимаем ОК и смотрим. Готово. Все, вот. Получили мы вот такой шикарненький циферблат. Обратите внимание, да, вот как изменение секунд, тик-тик-тик, не точечками, а вот такой полоской. Кстати, ни разу такого не видел, и мне это даже очень нравится. Такой вот хороший циферблат. Как я уже сказал, промокодики, пожалуйста, успевайте писать свои комментарии. И вы его обязательно получите. Промокодов где-то 30 там с копейками, поэтому пишите. Вы были на канале
Smartwatch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. Естественно, только в том случае, если мое видео будет для вас полезно. До свидания, всего доброго и до новых встреч!